Людей, ну я, конечно, все понимаю, я делаю видео, монтирую, выкладываю. Но, блин, ну я хотела сейчас сделать видео про персов, а вы знаете, что случилось? Вова видео про персов. Что это? Почему я не двигаюсь? Что за фигня? Люди! О, привет! А что ты тут делаешь? Не знаю, но я хочу узнать, что за фигня в том углу. А ты откуда тут? Вообще-то мы тут все. А ничего, что нас монстры сожрут. Стоп, никто не может двигаться? Ну, я могу двигаться. В смысле, не я, а я возле кровати. А ты правда можешь ходить? Берите его, брат, и изумруд. По-моему, ветры должны спать. А изумруду я сказала, чтобы она закруглялась телевизором. Природа, сходи и позови кого-нибудь, а? Без тебя знаю. Эй, изумруд, иди сюда, помоги, нас сожрать хотят. Baby. Karate
stir, stand base. Da Stilbalas pap, kopida. Stop at the Roomba, boodle the Heidla. Stibba harder, stibberda ba hey ba hey. Hey, stibba da ba, stibba da heda ba diddle da. Jumpa dibba da ba ba da. Под лавкой и под печкой, и под розовым крылечком каждый вечер к нам само вдруг приходит волшебство. Мы все сдохнем. Блин, чё заелись со мной тут? Он меня сейчас за руку схватит. Нас всех распродадут кашеварам. Что? Ты же типа спишь? Вообще-то я тут все время стою. И да, кстати, вас тут сейчас сожрут. Ладно, я спать. Человеку мерещатся странные существа и звуки. Подобное явление действительно страшно переживать. Еще более жутко наблюдать нечто подобное у других. А нам нечего бояться.